И всем привет, с вами Росиксон. Сегодня я расскажу о том, как настроить ваше приложение Gate.io на смартфоне, потому что это один из самых важных аспектов, и лучше сначала настроить, а потом уже делать все остальное. Такс, а перед этим, подпишитесь на мой телеграм-канал, потому что, во-первых, YouTube могут закрыть, как бы это странно ни звучало. И второе, я думаю, более важное, потому что в телеграме у меня куча всяких темок, которые могут быть уже не актуальны через 10 минут, но на них можно заработать. Я лично сам в них участвую и иногда кидаю туда крутые новости с других каналов или другие темы. В общем, там очень интересно, более 215 человек за мной следит. А пока, я думаю, уже все знают, что биржа Gate.io ходит в топ-7 бирж мира по версии CoinMarketCap. Это народная биржа, там огромное количество людей торгуют. Спасибо бирже Gate.io за поддержку. Кстати, вы можете зарегистрироваться по моей ссылочке в описании, и у вас будет отличная скидка 20% на все торговые комиссии, и вы сможете довольно-таки много экономить. А теперь опрос у жителей Санкт-Петербурга, я спросил у них по поводу криптовалют и их финансов. Также вы можете задать свои вопросы в комментариях, и я задам их в следующий раз. Так что задавайте комментарии и поехали! Здравствуйте, ответьте на пару вопросов. Да, не конечно. Вопрос. В чем вы храните деньги? В рублях. В рублях. А есть ли у вас накопление и насколько примерно вам хватит, если вас сейчас уволят с работы? Да, на полмесяца. А. На месяц, наверное. И как вы относитесь к криптовалюте, что о ней знаете? Есть знакомые, которые занимаются, даже что-то на ней имеют, но у меня вот криптовалюта была такая, пришла, через полчаса ушла и не более. Спасибо. Криптовалюта, в принципе, универсальная вещь и, наверное, валюта будущего, потому что она действительно не зависит от банков, которые, допустим, диктуют свои условия. Спасибо за ответ. Так, а теперь перейдем к делу. Но прежде чем начать, напомню, то, что я человек и могу тоже ошибаться. И если вы укажете на мои ошибки в комментариях, я буду благодарен. В приложении на смартфоне есть два режима. Нет, это не ночной и дневной, хотя они тоже есть. Есть Light и Pro. Для начала надо определиться, как вы хотите торговать. Если вы хотите просто использовать Gate.io как обменник, то вам подойдет режим Light, Light-версия. А если хотите торговать и использовать все возможности биржи по максимуму, то выбирайте режим Pro. Лично я не вижу смысла в Light режиме, так как в Pro режиме есть те же функции и даже больше. Но Pro режим более сложный, там нужно больше знать, чтобы всеми функциями пользоваться. И поэтому я сделал уже более 40 видео о бирже Gate.io. Вы можете посмотреть это в моем плейлисте. Если что, задавайте вопросы в комментариях или в чате биржи, тоже по ссылочке в описании. Мы вам на все ответим. Так, скажи, в общем-то, настроить интерфейс. Сначала мы заходим в вкладку «Настройки». Здесь мы можем выбрать язык. Если вы разговариваете на русском, то советую выбирать русский. Так, ладно. Настраиваем цвета взлета и падения. Устанавливаем время изменения за день. Также вы можете настроить уведомления, как и весь вечер, а какие лучше не надо. Это очень полезно, потому что мне иногда приходит просто уведомление о постах, и это иногда может отвлекать. Такс. Вы можете включить плавающее окно, на котором будут отображаться цены криптовалют. Кстати, очень удобная функция. И выбор main фиатной валюты. Рубли, соответственно, если вы из России. Или любую другую валюту, которую вы посчитаете нужным. Например, мои друзья многие только в долларах все считают. Я все-таки бывает по-разному считаю. Во вкладке Trade мы можем включить отображение стоимости той самой main фиатной валюте. Main главный, если кто не понял. В моем случае рубли, но я люблю часто в долларах считать. В общем, по-разному я считаю, и вы также можете делать. А также настроить графики по вкусу. Об этом у меня есть отдельное видео на канале. Вы, наверное, сначала видео ждете этого. Как включить темную тему? Я, наверное, практически только темной темой пользуюсь, потому что я в основном ночью работаю, поэтому темная тема — это просто лучший вариант для меня. Чтобы включить темную тему, для этого заходим в профиль и в самом низу нажимаем на ползунок. Вуаля, ваши глаза безопасности. Всем спасибо за просмотр. Пишите свое мнение о видео в комментариях. Заходите в мой телеграм-канал, там много всяких интересных шняг, на которых даже иногда можно заработать, и на которых я зарабатываю. И потерять тоже можно, это ясное дело. В общем, ставьте лайки, посоветуйте друзьям мой канал, и можете написать мне идеи новых видеороликов в комментариях. Возможно, я к вам прислушаюсь, если это будет интересно.